Здравствуйте, уважаемые зрители! Канал «Крымские каникулы» рад нашей очередной встрече. Сегодня мы приехали в курортный поселок городского типа Парковое, который находится на южном берегу Крыма. На карте его можно увидеть вот здесь. Приехали мы с одной целью – посмотреть на пляжи. Зимой мы тоже были здесь и сделали обзор поселка буквально после ноябрьского урагана. Пляжи были. Вообще нужно заметить, что когда-то они здесь действительно были. Зимой мы увидели то, что от них осталось. Кстати, не только ураган явился причиной их упадка, но и масштабные строительные работы, которые сейчас продолжаются. Вот такая нерадостная картина ожидает нас с одной стороны пляжа, а вот такая с другой. Между тем море здесь очень приятное. Береговые зоны не слишком широкие, покрытые мелкой галькой. В воду заход удобный. Однако лучшими такие пляжи назвать сегодня, как говорится, язык не поворачивается. Сложно сказать, что будет здесь в будущем и будет ли это будущее общедоступным. Конечно, какие-то пляжные зоны останутся общественными, но какое место им отведут и как оборудуют, пока является загадкой, по крайней мере для нас. Другие же, принадлежащие крупному инвестору, где сейчас идет стройка, вне сомнений, будут обустроены по высшему разряду. Впрочем, возможно, все будет иначе, и в Парковом появятся прекрасные современные пляжи, совершенно потрясающей инфраструктурой, и сделают их общедоступными и мегапопулярными. Как бы там ни было, завершение строительства еще впереди, поэтому не будем торопить события и строить различные догадки. А вот актуальную информацию вы можете узнать в нашем телеграме, который называется «Мир путешествий». Ссылки в описании к любому нашему выпуску и в профиле «Крымских каникул». Июль, между тем, уже подошел к концу. Первая половина лета закончилась. Впереди замечательный август и долгожданный бархатный сезон. В прошлом году многие купались еще в конце октября. В этом году лето более жаркое, так что, возможно, пляжный сезон будет даже несколько более продолжительным. Скоро мы это узнаем и будем радоваться каждому его дню. На этом, собственно, наш блиц-обзор сегодня заканчивается. Ставьте палец вверх, если он вам понравился. Пишите комментарии и, конечно, подписывайтесь, чтобы путешествовать по Крыму вместе. Канал «Крымские каникулы» желает вам крепкого здоровья и хорошего настроения. До следующих встреч!